Вот автомобиль, дизельный аккорд, у него есть двери, есть колеса, вроде бы не гнилые, конечно, старенький, все есть. Есть салон, номера, все есть в машине, багажник, под багажником есть дно, днище, ну, вроде бы все нормально, далеко не залезть, многого не показать. Это по приезду. Все смотрим. Номера пока сняты, потому что машина долго стоит. Только одна проблема в этой машине. Немножко висит обшивочка. Сейчас откроем, покажем. Вот, немного висит обшивка. Все есть, багажник большой. Самая главная проблема этой машины — в ней нету второй половины. А все остальное есть. Двери закрываются. Да, ну вот есть прицепное. Ну, это за место передней части приделали. Так что смотрите, любуйтесь. Вот. Опа, все открывается. С той стороны не пойду снимать, с той стороны дерево. Ну, все-таки скажу. Так. Дерево, ягоды, рябинка. Ну, в итоге вот. Есть бензобак. Но он, впрочем, нахер не нужен. Потому его и нет. Вот, вроде бы обзор провел, колесо тоже второе есть, вот оно, ну все здесь на месте, так что все, обзор закончен.